Толкование святых отцов на сегодняшнее евангельское чтение. Дети лево с правым перепутали. Время еще у нас короткая юбка. Очень короткая. Как девочка подстреленная. Конечно. Заходим, заходим, братья и сестры. Дети сюда. Дети, сестры и дети, братья, сюда. Мы с ним договорились, что когда Галя стояли перед вами, они вот убрались. Перед крестовоздвижением Галя убиралась. А теперь следующий выпал. Мамочки, принеси в отель, в коричневое. Она никакая уже все. И откуда? В детской на полке. Да, конечно. Алина, иди сюда. Тогда вроде нормально. Нашел? Кто вот тут это выставляет, чтобы все это упало на пол? Ну что вы там столкнулись? Проходите сюда ближе. Вы всегда успеете выйти, честно говорю. За руку никто хватать не будет. Как вам будет тяжело в жизни, вы просто не представляете, ребята. Один только Бог знает. Зачем так говорить? Да что там вы так и что? Зачем так говорить? Один Бог только знает. Царю небесный, утешителю души истины, и жизни сей, и все исполняем сокровище владик, и жизни подателю, приди, вселися в них, и очисти мы от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи, именем Иисуса Христа молим Тебя, благослови наше собрание. Прибудь с нами в этот воскресный день. Тебе же славу славим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Леонид, продвигайся сюда. Продвигайся сюда, Леонид. Леонид, ты что такая уформленная с тобой, девочка? Возрастешь, да? Еще продвигайся, еще на разок. Еще чутка. Ты сама-то не понимаешь, что происходит? Тебя взрослый человек просит, который хорошо, ты знаешь, продвинься. Да, конечно, давным-давно пора уже. Там такие рога выросли. Всю Днепрскую сумму всю избороздили. То разве можно так? Ты что? Читаем. Евангелие слушаем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 11. Ну да. Простите. У нас там много закладок. Записка. То есть я прочитал. Первый тоже. Это тоже мы пошли в принципе. Разница небольшая. Евангелие от Луки,
5 глава, с 1 по 11 стихи. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисаветского, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболубы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Толкование. Господь убегает от славы, а она тем более преследует его. Подивись смотрению Господа, как Он каждого привлекает через свойственное и сродное Ему средство. Например, волхвов посредством звезды, а рыбарей посредством рыб. Но апостолы не могут вытащить сеть с рыбами, а приглашают и соучастников своих, и сообщников, и влекут вместе с ними. Это суть пастыри и учителей церкви всех времен. Они, преподавая и объясняя учение апостольское, помогают апостолам ловить человеков. Евангелие есть сеть. Если же кто скажет, что через закидывание сети означается глубина мыслей, то и с этим можно согласиться. Итак, исполнилось слово пророка, сказавшего: «Вот, я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». Пророк Иеремия, 16 глава, 16 стих. Рыбарями назвал он святых апостолов, а ловцами правителей и учителей церкви последующих времен. Господу нашему слава, вовеки. Спасибо, Христос. О болящих информация, ну какая? Татьяна Кузьминична по-прежнему там на курорте? В отпуске. В отпуске, да, у сестры Нины. Маргарита не было в прошлый раз. Людмила Степановна что-то нет. Валеры нету почему-то. Валера в прошлый раз говорил, что станет был, все день не звонил. Не знаю, что надо будет позвонить, спросить, что его нет. Польгуев нет, но нет батюшки. Антонина тоже нет по этой же причине. Нет никого. Да. Любовь Николаевна звонила. Она за больной ухаживает, не может прийти. Татьяна Александровна, она поедет на участок. Участок. Сад. Так вот сейчас бы посидела тут и поехала бы на участок себе. Под них подстраиваются. Как ты повезла. Видать, поливать нужно.
Батюшка звонил. Да. Ну, расскажи про батюшку, что он звонил. Да, он много мне не рассказывал, он только уточнил, да, чтобы к приезду все дырочки заделали. И рассказал, что все у него хорошо, он всем поклон передает. Он у отца Иоанна на данный момент, а в понедельник они едут в Беларусь. Вот этот понедельник. Да, да, завтра выезжают они дальше. То есть он вот недельку там, теперь они дальше. Проведать других своих братьев-священников, отцов. Так, правители церкви. Кто у нас не так? Валентина Ивановна, неизвестно, кто там? Все не так ты? Же, ну, тетя Маша тоже все так же с ней Мария разговаривала. Да, там Валерия, все так же тоже. Так что молитесь, а Валерия тоже. Валерия, Наталья, молитесь, чтобы Господь дал им силы и терпение перенести эти испытания. Спаси Христос, брат Андрей, обеспечил голубей кормом. Сытые. Да, там преизбытки прям насыпал по полному ведру, ну что ж так, это на месяц хватит. Скоро они вернутся, наверное, наши братья. В интернете он сказал 10-го. 10-го? Если не будет дороги, тогда будут ждать, когда будет дорога. Но не раньше. Не раньше 10-го? Нет, он сказал, не раньше. А не раньше. Раньше у них. У кого есть слово? Сегодня 6-е. То есть четверг в ноте хочу возвращаться. Слово благодарение, слово любое. Какое слово хорошее есть? Какие вести были за неделю? Давай расскажи. Я поблагодарю. Я объявляла, что у меня коленка больная. Вот все молились, но вот сейчас не болит. Я не знаю, так прислушиваюсь. То ли так затишье перед бурей, то ли что. Ну вот так ни боли, ни по ступенькам потихонечку хожу. Ну как бы я и гимнастику делала, и процедуры все прошла, и вот как-то затихло. Это и помогает процедура. Лазер, да? А там, да, и лазер, и УЗИ. Магнит? Нет, магнита не было. Так магнит еще попробуй. Магнит? Три вида уже. Слава Богу, как бы пока оперироваться не буду. Помогает, помогает. Одно значит, помогает. Галя что-то пила. Да, Галя. Ну, Людмила Анатольевна вроде как там получше стало ей. Слава Богу, аллилуйя. Да. Но у нее там была какая была ситуация? Она, чтобы прошел нормальный наркоз во время процедуры, она оплатила. Пошла, оплатила, спросила, ей там выписали, пошла, оплатила. А когда пришла на оперативное лечение, это там этот анестезиолог говорит, а вы кто? Да, учительница. Ой, мы с учителей еще будем брать, там крохи получают, там копейки, мы с них будем. И взяла эту квитанцию, я положила прямо на грудь. И, в общем, не стала я делать тот наркоз, который она оплатила. Угу. Вот там более, не то, что более эффективный, а просто полегче переносится, нет таких побочных эффектов. Там. Ну и сделала, мы тебе хороший наркоз сделаем. Ну и, в общем, она сказала, что наркоз был плохой, что ей было там очень плохо, и всякие осложнения были там, и как наркоманы там вот испытывают все эти там такие видения, так и у нее это было, и не только видение, но, в общем, и тошнота была, чуть вплоть до рвоты. Ну, и она, чтобы ей возвратить эти деньги, ну и вот прошло больше недели, там дней 10, наверное, сказать, что там скоро вернут. А тут конец месяца был, и поэтому вот задержка была. Ну, вроде как пообещали, я же ходил, сказали, что
вот уже все наши бумаги здесь есть, и мы переведем деньги, вернут деньги. Ну, такая была ситуация. А еще Людмилу Степановну-то не вспомнили? Вспомнили. Сказали, да. А, чё, а чем болеют-то? Простые они обе. Простуда? Кто обе? Вот в том году, на той неделе говорили, и нафиг последняя строчка осталась. Эта строчка допета ей или не допета, непонятно. Курсовая 21-го сдача, сама курсовая. Сейчас она какие-то там подготовительные этапы сдает, зачеты. Вот который зачет тут раз молились, она его сдала. Она написала, что она сдала его. Так, Людмила Степановна ничего не говорила, там кураторы ей не звонили. Да нет, да, ну, она Татьяна только пришла Александровна, нет, она была тебе что-то сказала бы. Ясно. Ой, она там жила-то, переехала. То есть у Инафы нормально вроде пока, да? Не выгнали ее. Конечно, мы не выгнали. Как у вас успехи? Да, хорошо. Хорошо? Да, огород убрали. Огород убрали? Да. А что там было? А что там было в огороде? Картошка? Картошку мы с дома собрали. Лук был? Лук есть. Лук, да, есть. А чеснок? Чеснок выкопали? Там у вас грядка была, чеснок выкопали. Электричество есть? Есть. Насос работает? Да. Есть. Ваня, картошку вы купили? Починил папа трубу? Трубу исправили? Они могут найти, конечно, привезли. Нет, труба, которая... А что им купили? У них будет картошка? С этой трубой я папе говорю, но я не знаю, как это появляется. Да, они были на тихо. Но он не починил трубу, которую ты, Надя, говорила, что может загореться? Нет, я не говорю. Чё? Я им говорил, чтобы он побыстрее что-нибудь с этим решал, но с трубой. Движений никаких нет. Ваня, как успехи? Нормально. Нормально? Болит. Пока ничего сложного нету. У нас вот учительница наша основная, получается, дело получается такое, что у нас заболел основной учитель. То есть, получается, по нашему обучению у нас сейчас должна была идти анатомия почти это каждый день, даже иногда по несколько пар должно было. Но у нас вместо того, что, ну, вместо анатомии поставили другие уроки. Там получается, у нас учитель по анатомии заболел, вместо нее пришел другой человек, который уже давно на пенсии. И он, получается, он у нас не ведет, ведет не анатомию, а другой предмет, который тоже эта ученица должна была вести. Получается, у нас вместо ее предметов ставят зоотехнику. И получается, что у нас время, отведенное на зоотехнику, оно уже подходит к концу. То есть нам осталось всего 6 пар до того, чтобы сдавать курсовую, экзамен по зоотехнике. И у нас получается то, что зоотехника уже кончится к концу октября. Анатомия? Анатомия начинается только с этой недели, ну, со следующей, она с понедельника. Как бы перенесли, получается, да? А анатомию вы чего учитесь? Животных. Анатомия животных и фармакология. КРС? Не только КРС. На зоотехнике уже до овец дошли. Сначала изучали крупнорогатый скот, потом свиноводство, а теперь овцеводство. Ну, короче, по всей программе. Давай, чтобы ты был хуже мамы, а лучше. Лучше? А конечно, это только так. Да, нужно превосходить. Ну, так дальше раз в институте будет учиться. Раз, не просто красный диплом, ее там она в ординатуру, на курсе была. В ординатуру брали. Ее одну, и больше никого. Ну дай бог, конечно. Фроси собирается в медицину, так что ей вот нужно репетиторов тоже. Без репетиторов биологию в нашем институте, в нашем университете не сдать. Потому что там же при институте и при университете есть курсы. Ну, это надо. Двухгодовые как раз вот у нас на мальчик. Надо отдельную молитву. Она, я смотрю за ее оценками. У нее как раз хуже всего химия с биологией. Я говорю, с такими оценками даже куда-то ищи другой институт. Если у тебя тройки по этим предметам, а тебе надо иметь 5 с плюсом, чтобы пытаться только поступить на бесплатный мединститут. Там я посмотрела конкурс за прошлый год. Там по
4, по 5 человека на место. Это очень большая конкуренция. И туда идут все, у которых прекрасная химия, прекрасная биология. Имея тройки по этим предметам в школьной, в легкой программе, подумай, у тебя хорошо физика, у тебя хорошо история. Подумай, может быть, о других институтах, потому что с этим ты не поступишь точно, потеряешь время. Рисует же хорошо еще, рисует да. хорошо. Может, или дизайн. Подтягивай срочно эти предметы, химию, биологию, прям вот сделай на них акцент. Ты будешь поступать ЕГЭ, у тебя будут брать туда в институт русский, химия и биология. Математику ты можешь на четверку учить, там физику на четверку, но химию, биологию ты должна на 5 с плюсом знать. И плюс, вот Настя, я вот сейчас скажу, она ко мне обращалась, еще когда Фрося 8 класс заканчивала, она говорила, Надя, давай подумаем, может быть, Фросю в город, к кому-то из сестер, из бабушек, у нас многие бабушки по одному живут, вот уже вдовы, поселить и в городскую школу отдать, в хорошую школу, чтобы здесь иметь возможность в какой-то химико-биологический класс или лицей. Во многих школах есть химбио, да, во многих да. сейчас есть химбио-классы, именно вот даже вот в нашей есть химбио, есть математический, есть соцгум. И если она хочет туда, она тогда училась на одни пятерки, когда мы с Настей говорили об этом, в том числе химию, биологию она очень любила. И может быть кто-то вот сейчас подумайте, в 11 классе, сейчас уже 10, перевести ее к кому-то и в химбио-класс, чтобы рядом где-то была, она училась. Плюс, я посмотрела, при институте проводятся подготовительные курсы, которые не за облачные деньги они стоят, то есть реальная сумма, там есть и курсы и по 6 тысяч, и по 8, и по 20 тысяч годовые вот эти, и по несколько месяцев. Именно по химии и по биологии посещать, это дешевле, чем репетитор. Репетитор это будет... Ну, больше 10 тысяч в месяц. Ну, потому что два предмета, а это год оплачивается. Вот, допустим, там с октября по, например, май или по апрель посещение курсов при медицинском университете. То есть вот надо узнать, такой... насколько они эффективны. Это так бывает, что оплатить-то оплатят, а... Да. Я Ене это говорила летом. Ей предлагала жить, ей сама предложила эту идею Людмила Степанова, у которой сыновья уехали. Она говорит, я одна, мне скучно, мне хочется, чтобы кто-то со мной был. И мы разговаривали, я предложила, говорю, Еня, Фрося, ну, может быть, вот там три школы в округе, найти там, перевестись. Там три школы рядом у Людмилы Степановны, узнать. Та хотела сходить прям в школу, она прям хотела взять Фросю к себе. На что мне Еня ответила, мы поговорили с учителем в школе, и Фрося после уроков будет заниматься дополнительно химией и биологией в школе. Да, это. Ну вот прошло месяц с небольшим, я вижу сплошные тройки по этим предметам, то есть там нет ни одной пятерки. И стоит ли овчинка-выделки вот так вот все это, если ты даже обычную школьную программу не тянешь? У нее хорошие оценки сейчас по всем остальным предметам. То у нее в том году она стала совсем скатываться. Сейчас неплохо она по другим предметам. Я говорю, у нее физика хорошо идет там. Математика не очень, но вот литература, да? Русский, у нее русский хорошо. Но почему-то химия с биологией хуже всего. Может быть, к тебе, наоборот, повышенные требования учительницы? Почему у тебя такие оценки плохие по химии с биологией? И тройки, и двойки. Это просто сейчас очень резко стартанули, а я еще... Ну давай, выправляйся. И подумайте, вот этот вариант все-таки кому-то из сестер. Да, может быть, не к Людмиле Степановне, может быть, еще кому-то. Может, там Александра вон, Михайловна к себе захочет. Я с удовольствием бы я ее это самое взяла. Посмотреть, где, чтобы школа была недалеко. Она большая, может, даже... Сороковая школа, очень хорошая школа. Может ездить даже в другую школу. Там 2-3 остановки, она большая. Сейчас дело в том, чтобы она поступила. У нее есть цель на вуз, именно ориентировка. И Настя об этом говорила. И они все мне говорили, Фрося у нас пойдет в институт. Если эти по колледжам, по техникум, Фрося у нас только в институт. Вся... А можно спросить, Фрося-то сама что хочет? Я поняла, что Настя хотела, чтобы она была медхирургом. А Фросечка, ты-то сама, ну что ты хочешь? Мед хочешь? Да, она была у меня на экскурсии в нашем отделении. Мы с ней говорили про медицину, да, так вот, в медицине. Она давно об этом говорит, про медицину. Ну, поэтому надо делать, кроме разговора, еще нужно действия нужны. Так что давай, думай. Думаю, сюда, конечно, здесь, в городе, наверное, было бы эффективнее учиться. Да, это понятно. Думай. Ну и помолитесь, значит, чтобы Господь вот так вот
определился, если угодно Господу, чтобы все. Тут, знаете, вышло даже, на лучшее. Я думаю, дело не в школе, а в самой Фросе. Если раньше были пятерки, биология, она же не с 9 класса, не с 8 класса. Раньше же ты училась, старалась. Положи на место. То есть сейчас как-то поднапрягись. За каждым цепляетесь, деточка. Так, ну еще какие у нас вопросы нашей семьи? Главное – спасение души. Главный вопрос. Да. Если мы, у нас все исчерпалось, значит, тогда сейчас у нас, как обычно, песнопение, трапеза и занятия. Достойно есть только истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово ручую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри и от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и на славного в Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Полина болеет у Лены.